Привет, мои подписчики! Привет, мои родные, любимые, привет! И те, кто меня, конечно, будет смотреть, с вами Ксюша Че. Вас уже 1000 человек, ура! Я очень рада, что вы на меня подписываетесь, что вы мне доверяете. Мы друг другу очень нужны и важны. Вы меня мотивируете, я вам в чем-то помогаю советами. Может быть, я вас тоже мотивирую на какие-нибудь подвиги в плане похудения. Я очень рада, что вы есть у меня. Круто, 1000 человек, 1000, просто 1000 человек. Вы представляете, я уже неоднократно говорила, если и вообще многие блогеры говорят об этом, если около себя поставить 1000 человек, или просто даже пусть будет 100 человек, 200 человек, это уже просто, это просто много людей, просто много. А особенно 1000, а у кого-то бывает и по миллиону, и по... Это вообще целые города, люди, это вообще круто, я вообще не знаю. 1000 человек, это, наверное, как небольшая, наверное, деревня, да? Я так думаю, вот где-то так. Я вообще прямо счастлива, я никогда не думала, что я доживу до этой цифры, потому что, ну, как бы, мне казалось, что это космическая просто цифра, чтобы дойти до нее. Я не знаю, я шла к нему, ой, точнее, к ней, к этой цифре целый год. Я раскручивала канал, можно сказать, ну, я еще, конечно, его не раскрутила полностью, но практически я его, как сказать, уже вот, уже... Я его начала 17 мая, как только легла в Институт питания. Это был 2017 год, 17 мая, повторюсь. Сегодня у нас 23 апреля, 2018 год. Получается, я иду к этому уже практически год. Ну, можно сказать, что год. Но это такие чувства, когда появилась эта цифра 1000. Это, конечно, вообще шикарно. Спасибо вам большое, что вы меня смотрите. Я очень рада. Прям вот, знаете, от всей души вас благодарю. Потому что вы мне нужны. Нужны как воздух, потому что когда я вижу, что вы мне пишете, что вы меня смотрите, у меня еще больше стимул есть худеть. Ну и вообще снимать вам видео, как мы живем с семьей, какие у нас там планы, какие у нас дела, какие у меня планы в плане моего веса. Я думаю, что вам это тоже интересно. Вот, сейчас мы с Дуняшей на прогулке идем от логопеда, да, вот мы в 10 часов у нас был логопед. Вот, сейчас мы гуляем. Я решила вам снять вот это видео, поблагодарить вас. Ну, у меня вообще непередаваемое ощущение. Сегодня в Москве у нас вроде светит солнце, но опять же температура понизилась и стало прохладно, и ветер холодный. В общем, как вы знаете, что в субботу был у нас шторм. В общем, предупреждение было от МЧС. Вот, и как бы сказать, конечно, ну, неприятно, когда ты не можешь выйти погулять, как бы нормально, и тебя предупреждают, что на тебя может что-то свалиться, да, так что, ну, сейчас ветерок есть, но не такой сильный, так что вот сейчас гуляем. Что еще вам рассказать? Я сниму видео, как... Я уже выложила несколько постов в Инстаграме, что я дошла до 80. Я вам могу сказать, я отдельно это видео сниму. Вот. А еще я хочу прорекламировать свою, как бы свою группу ВКонтакте. Мне вот порекомендовали прорекламировать. Я этого никогда не умела делать. Я все время забываю, что реклама – двигатель прогресса. Вот. Значит, рекламирую. В общем, рекламирую. Группа называется «Худеющие люди ВКонтакте». Если кому будет интересно, заходите, подписывайтесь. Вы можете там с друг другом общаться. Я буду выкладывать фотографии, буду выкладывать то, что я кушаю, буду выкладывать. Я буду лежать в Институте питания. Вот, собираюсь это сделать в мае месяце. Вот, надеюсь, что мне дадут направление, так как я очень сильно похудела, и вдруг терапевт решит, что мне этого не надо, и вдруг скажет,
зачем вам это нужно, идите вы лесом. Вот, плюс еще надо сдать анализы на ВИЧ, чтобы меня туда положили, потому что это очень важный анализ. Вот. А если, и он в поликлинике бесплатный. А если ложиться в институте, то это будет стоить 1200, по-моему, что ли. Ну, переплачивать я не хочу. Зачем это лишние траты? Вот. Лучше я сдам в поликлинике. Так что вот страничка в ВК называется «Худеющие люди». Надеюсь, что будем общаться, будем с друг другом чем-то, как сказать, вот вы будете что-то, может, тоже свое выкладывать, я тоже буду черпать. Это очень-очень интересно. Так что давайте будем дружить, и все будет зашибись. Такие слова, да? Ну, в общем, все будет классно. Еще раз хочу вам сказать большое-большое спасибо. Буду стараться для себя, для вас выкладывать видео и будем общаться в ВК. Все, всем большое спасибо, пока-пока. С вами была Ксюша Че. Ставим лайки, дизлайки. Чао!